Всем огромный привет! Сегодня я покажу вам самый простой рецепт вкусного приготовления кабачков. Кабачки берем молодые, молочные, и делим их на сектора. После того, как кабачки нарезаны, добавьте свои любимые специи. Я добавлю красную молотую паприку, пол чайной ложечки черного перца, соль и непременно молотый чеснок. Молотый чеснок можно заменить на 2-3 зубчика свежего. Заправим растительным или оливковым маслом и хорошенько перемешаем кабачки с маслом, с солью и со специями. Выпекать будем на пергаментной бумаге в разогретой духовке. Я выпекаю сразу при 220 градусах в режиме конвекции в течение 10 минут. При максимальной температуре кабачки сразу начнут запекаться и не успеют выделить большое количество жидкости. Через 10 минут кабачки подрумянились и стали мягкими. Они готовы. Осталось посыпать их сыром и отправить в духовку еще на 7 минут, для того, чтобы сыр расплавился и красиво запекся на кабачках. Ну вот, в принципе, и все. Буквально за 15 минут кабачки приготовились. Идеально подойдет на гарнир к любым мясным и рыбным блюдам, а также как украшение праздничного стола. Ставьте лайки. До новых встреч в следующем видео.